Всем привет-привет! Ну а сегодня у нас видео от подписчика. Итак, кто меня смотрит уже давно, знают, что нужно на новогодние акции копить хотя бы что-то. Кто-то копит золотые ключи, кто-то копит зеленые золотые ключи, кто-то просто копит звезды, кто-то копит рубины, кто-то копит ринги. Но главное обязательно что-нибудь копить. Итак, перед вами Dead Soul. Итак, 17 уровень, Костечек, один из уникальных персонажей в нашей игре. И вот его весь расклад. Куча золотых ключей, куча зеленых ключей и, конечно же, куча торнов в конце. Ну и посмотрите, пожалуйста, вам будет очень интересно увидеть, сколько же выпадет расхода с такого количества. Это накопление, как я понимаю, тоже примерно за 6 месяцев игры. Я был очень сильно удивлен данным результатом. Ну а что вы копите на Новый год, надо заранее решить, потому что без этого никак. Вы мало вытащите хороших и новых призов, а это чревато большими последствиями. Ну а с вас, конечно же, лайк и просмотр видео, если есть желание. А так, перемотайте примерно где-то ближе к концу, там будут золотые ключи, и с них очень много интересного и хорошего падает. Вам понравится.